Вот ребята попадут в школьную страну знаний без ключа. Я же запасной ключ с собой захватил. Торжественная линейка, море воздушных шаров и, конечно, праздничный букет. День знаний встретили в начальной школе номер 611 в Зеленогорске. Дорогие первоклассники, для вас сегодня особенный день. Сегодня прозвучит ваш самый первый школьный звонок. Доброго пути по стране знаний. Вы обязательно его преодолеете, а мы, конечно, вам в этом поможем. В добрый путь с началом нового учебного года. 1 сентября в России и многих других странах отмечают День знаний, символизирующий начало учебного года. Этот праздник отмечают школьники и студенты, учителя, преподаватели высших и средних специальных образовательных учреждений. Первоклассников и их учителей поздравили представители администрации курортного района, а также местные власти. Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, это у вас один из самых счастливых дней в вашей жизни. Вы смотрите на продолжение своего рода. Это ваши дети. Это наше будущее, будущее нашего государства. Пожалуйста, будьте самыми главными помощниками вашим детям. Сегодня для нас, для всех наверняка, самый важный, торжественный и волнительный праздник. Потому что первоклассники идут первый раз в первый класс. Как сказали, на самом деле, хорошие, уютные, современные классы, оборудованные все. И мы, конечно же, от муниципального совета, от всех депутатов муниципального совета и местной администрации города Зеленогорска, конечно же, присоединяемся к этим поздравлениям. Нам тоже хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья, конечно же, много-много хороших оценок, чтобы вы радовали родителей своих. И, конечно же, всегда были в хорошем настроении. В этом году в расписании школы появился новый урок «Разговоры о важном». Также ученики поучаствовали в ежегодной всероссийской акции «Дети вместо цветов», подарив учителю один букет от класса, а сэкономленные средства были переведены в фонд на спасение жизни. Также в этот день в школе провели самый масштабный урок добра. Со своими поздравлениями к новым школьникам обратились самые старшие ученики школы четвероклассники. Дорогие первоклассники, у вас сегодня день особенный. Вам радостно и весело сейчас. Пришел вам пожелать успехов наш дружный выпускной четвертый класс. Сегодня школа первый раз вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Мы вместе с ним учимся в 4 В-классе. У нас замечательный учитель, и мы его очень сильно любим. Елена Геннадьевна. Колобаева Елена Геннадьевна. И тут мы знакомимся с разными учителями, познаем разные новые вещи, предметы. Что вам больше всего нравится? Мне больше ИЗО. А мне нравятся все предметы, потому что я люблю всех учителей. День знаний официально получил статус праздника в 1984 году. Это важный и запоминающийся день для 2 миллионов российских первоклассников. И, конечно, их родителей и учителей. В этом году в школы Петербурга отправились 570 тысяч детей. Из них 67 тысяч первоклассников сели за парты в первый раз. Для каждого из них в этот день прозвучал такой важный и долгожданный первый звонок.